Всем добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня я вам хотела сказать, те, кто куда-то уезжают в другой город, меняют место жительства, будьте осторожны. Я сейчас немножко расскажу об тех моментах, которыми я столкнулась, с какими трудностями. Во-первых, нам нужно было найти жилье, и мы начали искать. В основном мы переезжаем в Петербург, и поэтому нам пришлось, значит, искать жилье. Я приехала сюда с ребенком, со старшим, подавать документы, и мы начали поиски. Остановились у знакомых и начала искать жилье. Все переискала, то есть Авито, Юла, все возможное, Яндекс, недвижимость, и нашла, по-моему, на Юле, сейчас я точно не помню, объявление, которое меня заинтересовало, то есть по цене, как бы, и, ну, и район, скажем так, что школа недалеко, и метро недалеко, и цена, соответственно, приемлемая. Мы пришли с агентом, агент сказал, 40% возьмет, то есть, ну, себе денег. Сказал себе. Вот, 40% я должна была отдать агенту, квартира стоила 23 тысячи, 40% агенту и, соответственно, еще 23 тысячи за последний месяц. Здесь в Питере все берут за последний месяц. Здесь не найдете, чтобы вам кто-то сдал, то есть только за первый месяц. Так вот, мы пошли смотреть с ребенком жилье. И что вы думаете? Квартиры в ужасном состоянии. То есть за эти деньги пытаются втюхать что-то очень страшное. Я, к сожалению, не сняла эту квартиру. И, ну, на видео, чтобы показать, но это было что-то страшное. Потом мы посмотрели еще несколько квартир, они все были похожи. Тогда я решила поставить, то есть, цену 25 тысяч, чтобы, ну, раз до 22 что-то такое не очень хорошее, думаю, поставлю подороже, и, значит, мы, ну, может быть, что-то найдем получше вариант. Да, нашли мы вариант неплохой. Вот сейчас я вам эту квартиру покажу. Это получается 25 тысяч плюс коммунальные услуги, 3-400 я уже оплатила. И плюс последний месяц мы разбили, значит, с хозяйкой на 2 месяца. То есть 41 тысячу я ей отдала денег. Мы первую ночь переночевали вчера, то есть, и к вечеру я обнаружила, что у меня краснота, ну, выступила, как бы, знаете, как комары кусаются. Я как-то сильно не придала значения этому, если честно, потому что у ребенка ничего не было. А сегодня мы опять утром встали, я вся чешусь. То есть у меня пятна, я вам сейчас эти пятна все показывать не буду, но, возможно, сейчас одно покажу, что я не обманываю, то есть, что такое есть. Сейчас давайте я вам покажу. Нога, видите, вся искусанная, и у меня пошла прям аллергия, руки, все, то есть, в общем. Так, я переверну камеру и расскажу вам дальше. Нам друзья сказали, я не знаю, снялось, не снялось видео моей ноги, вот, и друзья сразу сказали, что очень много снимали с тараканами, с клопами, то есть нужно сразу смотреть, клопов очень сложно сразу их выявить. У меня ребенок начал смотреть, я, соответственно, начала смотреть все везде, и, к сожалению, как бы я ничего не увидела. Уже села, пошла кушать, готовить сюда на кухню, и ребенок у меня, значит, кричит: «Мама, включай видео, включай видео». То есть я сейчас вам попытаюсь показать его, если у меня я его найду. Потому что мы уходили. Ребенок у меня... Так, камера, не знаю, насколько там видно будет. То есть вот он сидит, клопик. Где-то я отдельное видео сняла. Если у меня получится, я его сюда прикреплю. Если нет, значит, то есть вот он сидит. И они прям здесь, видать, от жары он уже ужарился. Он сидел очень, они тут бегали прям очень оперативно. Мы перепугались, то есть я позвонила хозяйке, и она сказала, что якобы она не знала ничего, сейчас она едет. Мы уже нашли другую квартиру, и я вам потом ее обязательно покажу, что мы сняли. Сейчас я вас проведу, покажу, то есть вот, мы даже сегодня не покушали толком, потому что было нам очень... напряженно, страшно, и мы быстро собрались, то есть я, Господь так усмотрел, что мы нашли жилье. То есть я даже кровать боюсь заправлять, потому что, ну,
придется это все выкидывать. Просто придется комплект этот не брать. Он новый, я его купила. Мы позавчера застелили только его. Хорошо, вещи не внесли. Ну и здесь у нас вещи лежали. Ребенок их в сумку сложил уже. Я надеюсь, что в этой комнате их не было. Но нужно будет все пересмотреть. То есть вот такая квартира, комната. Две комнаты мы сняли за 25 тысяч и плюс коммунальные услуги. Я к чему это все вам говорю? Вы никогда не сделайте этих ошибок таких, как я. Всегда проверяйте все. То есть не смотрите, что может быть дешевле. В этом районе мы сняли достаточно дешево эту квартиру. Нужно сразу думать, может быть, в чем-то подвох, может быть, еще как-то. Потому что здесь квартиры стоят порядка дороже в этом районе, а нам вроде как повезло. Потому что видите, какая красота, кругом тут и лицеи, и все. То есть метро рядом, 8 минут, и ты уже около метро. Вот, поэтому всегда все контролируйте, всегда все следите. Смотрите, если есть тараканы, вы увидите все равно какие-то следы. Если клопы, нужно, говорят, смотреть в пазах, там везде проверять, чтобы, ну, так, на меня светит не очень хорошо, чтобы, ну, как, обнаружить, скажем так, их сразу. Поэтому желаю вам удачи. Если вы собираетесь приезжать в Питер, здесь, говорят, очень много квартир сдается вот в таком состоянии. Может быть, оно неплохое, но с клопами. Имейте это в виду. Вы платите деньги свои личные не для того, чтобы вас кусали, извините, и вы жили в каких-то, ну, страшных условиях, скажем так, напряженных условиях. Я вам обязательно покажу, какую квартиру мы снимем дальше. Потому что здесь мы уже не останемся. Единственное, я оплатила 41 тысячу. Я не знаю, сейчас хозяйка едет, вернет ли она мне, нет, деньги. Я вам обязательно тоже потом все это расскажу. Ну вот и все, в общем-то. Если у вас какие-то вопросы возникли, или еще что-то, может быть, помощь какая-то, потому что мы приехали, у меня здесь никого, в общем-то, не было. И приходилось я все думать самой. Иногда мозг аж кипел настолько, что было страшно, как дальше быть в каких-то ситуациях. Поэтому вы не отчаивайтесь, все ситуации решаемые. И чтобы у вас все получилось, нужно двигаться вперед и никогда не оставаться на одном месте. Что не бросать, допустим, ой, все, меня там Питер не принимает, или еще как-то бросать это все и ехать обратно, допустим, там я вот с Омска, да, в Омске живу. Поэтому, в общем, желаю вам всего хорошего. Себе желаю тоже всего хорошего. Конечно же, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Потому что я сейчас переехала в Питер, и я буду именно стараться снимать какие-то видеоролики именно о жизни здесь. И буду, может быть, будет какая-то помощь от меня тоже зависеть, если, ну, вам, возможно, какая-то помощь нужна, я смогу проконсультировать, так как я уже через это прошла и уже что-то знаю. Поэтому пишите, если что, звоните. Ну и, конечно же, до свидания и подписывайтесь на мой канал. С вами была Ольга Сивола. Всем пока-пока!